Здравствуйте. Без 15 час закончил чистить снег. Вот так. Утро. При этом смысл чистки немножечко замерзнуть, пошевелиться, согнать пузо и протрезвиться. Протрезвиться – это основной мотив. В целом, основной мотив, почему мужики пьют. Пьют по-разному. Кто-то запойно, кто-то умеренно, но пьют очень многие. Что является причиной употребления алкоголя? Стресс, усталость, неурядицы в семье. Хуйня, все это. Мужики пьют по одной единственной причине. Им нравится алкогольное опьянение. А после 40, когда спадает уровень адреналина и тестостерона, и теряется мужественность, алкоголь заменяет эти два гормона легко и уверенно, либо поднимает их уровень. Будем, мужики, здоровы, а если с вами выпивают еще ваши жены, то это просто мужское счастье после 40 лет. Спасибо, всего доброго.